занятие Running Athletics происходит утром в 7 утра, 3 раза в неделю, вторник, четверг, суббота. В первую очередь наша направленность сделана в таком гибридном совмещении силовых нагрузок и кардио. Кардио именно в виде бега. То есть все мы поклонники бега, выступаем в различных родах соревнованиях. И, в общем-то, наш спортивный сезон будет до конца сентября. Мы стали часто использовать теперь еще имитацию лыжных ходов. В конкретном случае это попеременный двухшажный классический ход. Для чего? Для увеличения функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и дыхательной. Практикуем использование палок, опять же, при перемещении на подъемах для будущих трейлов и каких-то горных дистанций, которые у нас планируются в следующем году уже.